Друзья, всех приветствуем. С вами Акайд Авто Дубай. Краткий обзор автомобиля Toyota Land Cruiser 322 модельного года. Комплектация VXR, это максимальная комплектация. Мотор 4 литра, бензиновый, полный привод. Так, по агрегатам, как я вам ранее говорил, у нас здесь всеми нам знакомый 4-литровый мотор, 270 лошадей, 380 крутящего момента, работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет полный привод. По комплектациям, как я вам ранее говорил, здесь у нас максимальная комплектация. Хорошая оптика у нас, светодиодная линзовая оптика, светодиодные длинные ходовые огни, имеются омыватели фар, передние парктроники, передние противотуманные фары, радар предотвращения столкновения и камера кругового обзора. Дальше идем. Здесь колеса Dunlop 20 размера. Хромированные ручки, хромированные боковые зеркала. Камера на 360 градусов. Так, здесь у нас 22 модельный год. Экономия 9,5 литра на 100 километров. Так, давайте посмотрим автомобиль. Здесь у нас, как обычно, имеется бесключевой доступ. Имеются датчики слепых зон. Давайте откроем автомобиль, посмотрим. Так, салон у нас бежево-черного цвета. Такой вот комбинированный. Стеклоподъемники, центральный замок, управление боковых зеркал. Здесь еще вставки под дерево. Такие вот. Салон очень приятного. Не бежевого, как вот кремового цвета. Сиденье с электрорегулировкой. Регулировка руля по высоте. Имеется автосвет. Контроль стабилизации. Так, здесь у нас большой информационный дисплей. Мультируль с кожаной обшивкой и деревянными вставками. Как видите, имеются разные функции безопасности. Здесь удержание на полосе, радар предотвращения столкновения и круиз-контроль. Так, дальше здесь у нас большой монитор, тачскрин, старт-стоп, подогрев и вентиляция передних сидений, климат-контроль, карта, навигация, премиальная аудиосистема DBL, разные режимы блокировки. Кстати, у нас всего три блокировки, передние и задние, как вы видите. И здесь же центральная блокировка дифференциала. Понижайка, разные режимы для оффроуда, электронный ручной тормоз и автохолд. Дополнительно еще тут беспроводная зарядка тоже присутствует. Так, огромный подлокотник с охладителем напитков. Материалы очень хорошего качества. Имеется люк, автомобиль 21 года производства. Так, для задних пассажиров подлокотник с подстаканниками. Сзади еще двухзонный климат-контроль. Как вы видите, еще USB Type-C. Два USB Type-C и одна розетка. Так, для задних пассажиров подлокотник с подстаканниками. Сзади еще двухзонный климат-контроль. Как вы видите, еще USB Type-C. Два USB Type-C и одна розетка. Автомобиль юбилейная версия, 70-е. Имеется место для фаркопа, задние парктроники, камера, комплектация VXR. Сервопривод багажника. Как вы видите, автомобиль у нас семиместный. Есть еще розетка под европейский стандарт. Имеется блокировка высоты открытия багажника.
Друзья, если вас также интересует покупка новых автомобилей с Арабских Эмиратов, пожалуйста, напишите на WhatsApp или в Инстаграме. Доставка по странам СНГ и не только. Автомобиль находится в Дубае, в наличии. Цена будет ниже в описании. Желаю вам всего доброго. Будьте в курсе новых автомобилей.